Александр Коликов, новосибирский каратист, единственный представитель сборной России, кто смог завоевать медаль на международном турнире. В Стамбуле состоялся второй рейтинговый этап серии А. Какими усилиями каратист смог отвоевать бронзу, расскажем прямо сейчас. Александр Коликов восстанавливается после тяжелейших соревнований. 19 мая завершился турнир, где спортсмен провел 7 боев, 6 из которых закончились победой. Каратисту удалось исключить из борьбы за награды иранца, эквадорца, болгарина и товарища по сборной. В четвертьфинале Александр уступил будущему победителю, еще одному представителю Ирана. За третье место я работал с иранцем, но он выступал за Северную Ирландию. Это был очень серьезный соперник. Но, слава богу, получилось выиграть досрочно. Международные турниры серии А являются вторыми по значимости в мире для каратистов. В первую очередь они отличаются от премьер-лиги отсутствием ограничений на количество заявок и не требуют высокого положения в рейтинге. Как следствие, 2000 участников и 101 страна были представлены на татами в Стамбуле. За Россию выступили больше 100 спортсменов, 12 из них – представители Новосибирской области. Лидеры не сумели себя проявить. Александр Гутник проиграл в четвертом бою, а Илья Грановесов уступил действующему чемпиону и лидеру международного рейтинга, став 7-м. А вот Александру Коликову удалось завоевать бронзовую награду, которая стала единственной для сборной России. Вы знаете, там легких боев не было. Предварительные бои у него все были такие, знаете, незначительные по баллам. Но тот факт, что он боролся и доказывал каждую секунду, этот факт присутствовал, то, что мне понравилось. В текущем сезоне этот рейтинговый турнир для Коликова оказался крайне важен. С 253-го места в олимпийском рейтинге каратистов Александру удалось приблизиться к первой сотне. И шансы нашего спортсмена попасть в Токио увеличились. Отметим, что эти Олимпийские игры могут быть последними для каратистов, так как карате не будет включено в программу соревнований в 2024 году. Ближайший рейтинговый турнир, где спортсмены смогут побороться за медали и олимпийские очки, пройдет с 7 по 9 июня в Шанхае. В данный момент у нас идет реабилитация небольшая, но у нас вот в четверг приедет белорусский специалист. Завтра. И пятница по воскресенье у нас будет семинар «Теория тактики». И с понедельника мы начнем уже готовиться на премьер-лигу в Шанхае. То есть те спортсмены, которые у нас входят в топ-100, мы туда повезем и как бы будем бороться за высокие результаты. Текущий отбор на Олимпийские игры продлится до мая следующего года, а в ноябре 2019 пройдет главный старт текущего сезона. Рейтинговый этап премьер-лиги состоится в Москве, куда отправятся спортсмены, входящие в топ-100. Победа на домашнем турнире – приоритет в том числе для новосибирских каратистов.